Привет тебе. Сегодня продолжение обычной тематики. Идет дождь, необычные условия. Каждый год автор видеодневника ведет традицию. Уже 5,5 лет автор видеодневника, чтобы уберечь время и чтобы на автора видеодневника снизошла выгода, догадался свершить для себя традицию. Традиция заключается в том, что автор видеодневника актуализируемо вербально совершает одну и ту же тематику, например, Ганеша. Есть такой бог в Индии, который известен по всей планете. Очерк «Пиши, читай». Традиция Ганеша или Ганапати. В индуизме бог мудрости и благополучия. Бог с головой слона. Один из наиболее известных и почитаемых богов индуистского пантеона. Часто перед его именем добавляется уважительная приставка Шри. Шри Ганеша. Одним из популярных способов поклонения Ганеше является произнесение нараспев Ганеша Са Ха Сра Нама. Тысяча имен Ганеша. Тысяча имен Ганеша, каждый из которых символизирует отдельный аспект Бога. Бог, которого часто изображают с 4 руками, их может быть больше. Тысячи имен нараспев произнесение Ганапати Сукты. Очерк «Пиши, читай». История семьи Ганеша. Сын Шивы и Парвати. При этом пуранические мифы противоречат друг другу, оспаривая рождение Ганеша. В одних случаях говорят, что Ганеша создан Шивой, в других он создан Парвати. Есть мультфильм, где описываются все легенды появления Ганеша на свет. В-третьих, говорится, что Ганеша создан и Шивой, и Парвати совместно. Известны варианты, в которых Ганеша явился миру непостижимым образом. Он был обнаружен Шивой и Парвати, которые усыновили Бога
У бога Ганеши есть старший брат. Его зовут Сканда, у которого есть еще несколько имен – Картикея и Муруган. Старший брат, но, забегая вперед, хочется сказать, что есть слова, которые говорят, что братья спорили, кто из них старше. Говорят, что в северной части Индии принято считать, что старший из братьев – это Сканда. В южной части первенство рождения приписывают Ганеше. Север – старший Сканда, юг – старший Ганеша. Сканда почитается важным воинственным божеством. Ему также оказывается массовое поклонение, но вскоре поклонение начало оказываться Ганеше, как Господу, Господу с воинственными аспектами, но Ганешу начали почитать после заката культа Сканды. Очерк «Пиши, читай». Исследователи расходятся во мнениях. Мифов много. И в отношении семейного положения Ганеши, и в отношении других его аспектов. Часть мифов исследователи относят, что Господь Ганеш является брахмачарием. Это очень важно. Брахмачарии – это те, которые не могут жениться. Среди исследователей это мнение широко распространено. В частности, на юге Индии, где Ганешу считают старше, чем на севере. На севере считают, что Муруган, Картикея старше. Но наступил закат его культа, и Ганеша стал полноправным лидером. Его почитают большинство людей. Он бог антропоморфный. Он действительно важен, он что-то значит. Исследователи некоторые считают, что с ходом времени, с ходом современности, даже на севере Ганешу стали почитать как старший брат, старший и более важный, более конкретный. Есть еще мнение среди исследователей, есть версии, что Ганеша ассоциируется с такими идеями, как Будхи – это интеллект, разум, Сидхи – успех и Ридхи – процветание. Три прекрасных слова, которые легко запомнить. Но поскольку Ганешу относят к брахмачарьям, и среди его почитателей много – тех, кто не может жениться, тех, у кого не в порядке с варной, с другими идеями, с другими терминами и определениями индуизма, которые, если перевести на русский язык, получится очень много-много полезных толковых слов. Слова будут вербальные и будут в себе заключать интеллект, разум. Где? Процветание будет найти очень сложно. И не факт, что успех и счастье обретут почитатели Ганеша, так как процветание может заключаться и в самом-самом большом горе. Иногда эти идеи, их еще называют концепцией, их еще называют кооперацией.
кооперации Будхи, кооперации Сиддхи, кооперации Ридхи. Как их найти, как запустить кооперацию идеи Ганеша, Господа, который очень близок к природе всех времен и всех народов. Идеи, концепции кооперации, персонифицированной природы, идеи, которые персонифицировались в одноименных божеств, которые признавались женами Ганеша. Но так как Ганеша относят к брахмачарьям, у его почитателей не всегда есть и желание, и есть силы признать себя полностью немощным перед препятствиями, которые возникают на жизненном пути. Ганеша – бог ганов, Ганеша – бог породы. Ганеша – бог всех тех, кого подрезали, кого урезали. Тех, кто имеет какую-то потерю физического тела. Исследователи расходятся в мифах, исследователи расходятся и в изображениях Ганеша. Есть идеализированные изображения, а есть изображения усложненные. Есть идеализированные усложненные, а есть усложненные упрощенные. Еще один вариант. Исследователи утверждают, что женой Ганеши была богиня культуры и искусств. Среди людей, почитателей, неважно, даже если это люди искусства, люди культуры, они не обязательно будут почитать бога Ганеша. Но среди таких людей много гениев, много людей, которые относят себя к фэншую, но есть за ними и грешки, грешки, и именно в этих грешках исследователи, почитатели расходятся. Есть мнение, что Сарасвати, богиня удачи и процветания, богиня Лакшми, являются женами Ганеша. Красивые имена, красивые изображения. Исследователи говорят, что Ганеша родом из Бенгалии, что много он соединяет в себе уз и следы силы и мощи Ганеша ведут к банановому дереву Калабо. Охранные имена, матрица охранных имен, предыдущие слова автора видеодневника, две предыдущие серии, два предыдущих выпуска, говорила про амулеты. Апотроепические – это имена, амулеты, которые иногда действуют и в обратном от позитива направлении. Они могут творить зло. И
деревья являются одним из аспекта, в кавычках, дерево как кровь. Дерево которое соединяет узами природу, природу Бога, природу людей, природу человека, природу всех живых существ. Деревья. Вот банановое дерево из Бенгали, Калабо, соединяет узами Ганешу. Ганешу изображают в виде полного человека с головой слона и одним бийнем, который восседает на своей вахане крысе или мыши, по другим версиям землеройки или даже собаки. Крыса, землеройка, собака – это разные существа, разные животные, которые с собой будут изображать, соединять, узить совершенно разные, различные качества, совершенно разные планеты, совершенно разные мозги, совершенно разные дожди будут проливаться на почитателя, который пытается разобраться среди деревьев, живущие среди насилия, живущие люди, люди, количество людей разнится, идеи людей разнятся. Количество рук от 2 до 32, исследователи так говорят, в зависимости от облика. Чем больше рук, тем больше сила. Чем больше сила, тем больше и ответственность. Тем больше понятий, терминов, определений. Больше всего того, что можно обнаружить внутри, снаружи самого себя и остальных. Обычно Ганеша изображают с 4 руками, и это о чем-то говорит. В руках он удерживает предметы, атрибуты. Очерк «Пиши, читай. Вероятное происхождение». Самое раннее упоминание о Ганапати встречаются в гимнах. Ригведы, так называемые сукты. Первая сукта состоит из 19 стихов. Они называют их рикки. Рикки, которые написаны размером джагати. А однако 4 конечных рика стиха написаны размером триш-туп-ком. Не все могут разобраться в таких сложных словах, не все могут сходу понять даже слово шрифт. Сукты воспевают божеств. У Ганеши много имен, их 1000.
Ганеша называют Брахмана Спати, Бриха Спати. Эти имена, которые обычно расценивают как имена одного божества. Имена – это проводники-узы, которые приближают человека к его сердцу, к его идее, к его истине, к его правде. Не заставляют его метаться ни в Израиль, ни в пустыню, ни в Индию, ни в США, ни в Японию, Китай, Корею, Монголию, Афганистан, Пакистан, другие страны, Ирак, Иран, в Колумбию. Человеку достаточно своего насилия ужиться, прижить свою окружающую природу и найти нужное имя. Авторитетные комментаторы существуют среди исследователей, ученых, профессоров, в кавычках. Имена такие, как Яска, Шаунака и Саяна. Нередко они связаны с фэншуем, комментаторы, которые четко проводят различия. Этих комментаторов уважают множество людей. Можно сомневаться, что в известной ныне Ганапати вырос из Брихаспати и Брахманаспати, как говорят эти комментаторы. Сукты Гартсамананда об этом говорят комментаторам. Исследователи говорят, что у комментаторов ведийские зрения. Очерк «Пиши, читай». Дословно, буква в букву. Постскриптум. Автор видеодневника ни с кем не делится и ни с кем не кооперируется, не дружится и не хочет призывать других людей соединять себя узами, любыми узами на всем белом свете, с теми словами, которые автор произнесет, как очерк «Пиши, читай». Любые примыкания, любые колебания, мнения, комментарии будут засчитываться как неуместные и глупые. Впрочем, как сие действо для многих. Мы призываем тебя, о Ганапати Ганов, предводитель небесных войск, о Брахманаспати Брахманов, предводитель брахманов, поэт среди поэтов в высшем смысле, как творец среди творцов, в богатствах, превышающих все известное, самый сверкающих среди существ, прислушайся к нашим молитвам, приди с твоим благословением и воссядь. Очерк «Пиши, читай». Автор видеодневника придерживается своих слов по скрипту. Комментаторы проводят много деталей.
конкретизирующих предводителей небесных войск. К известным аспектам относят Индру, бог гром и молнии, Агни, бог огня, которые в ведах часто почитаемы вместе Рудра. Другое его имя Шива считается отцом, творцом, который в Пай-Т-Тирия-Самхите и Ваджа-Санея-Самхите описывается как одно единое целое. Ганапати и Рудра. Ганапати как Рудра. Любопытно, что там же, в этих сложных названиях, Шатапатха Брахман, Агни, бог огня, описывается как податель всего и как имеющий большой живот. На день рождения, по одной из легенд, пришли все боги. Все боги, которые узнали Ганеша как о боге, который будет известен гораздо более широко и объемно, чем боги более древние, боги более узкие в том смысле, что они будут персонифицировать какие-то качества. Качества, которые найдут себя в одном боге. Бог с головой слона, на сегодня это все. Автор видеодневника совершает глоток чая и в отличие от других все-таки имеет свое мнение. Пока тебе, то есть мне.